Петр Порошенко вновь баллотируется в президенты Украины. Об этом политик заявил на прошедшем в Киеве форуме «Открут до Брюсселя». 53-летний кондитерский магнат заявил, что с Россией нужно поддерживать холодный, но мир. А также поделился своим видением развития страны. Порошенко стал президентом Украины в июне 2014 года. С тех пор его рейтинг снизился, поскольку он не смог побороть коррупцию и положить конец конфликту в Донбассе, жертвами которого стали почти 10 тысяч человек. Также ему не удалось значительно повысить уровень жизни в одной из беднейших стран Европы. Однако ряд политологов считают, что для инвесторов он является более привлекательной фигурой, нежели его ближайшие соперники. Нынешний фаворит гонки, согласно опросам, бывшая премьер-министр страны Юлия Тимошенко и комик, и телеведущий Владимир Зеленский. Чувство глубокой ответственности перед Украиной, перед современниками, перед прошлыми и будущими поколениями заставило меня принять решение снова претендовать на пост президента. В 2024 году мы подадим заявку на вступление в Евросоюз, и не имею ни малейшего сомнения, что мы получим и начнем выполнять план действий для членства в НАТО.